Как и предполагалось, вторая отставка не заставила себя долго ждать. Глава Муйского района Александр Киргизов сегодня написал заявление о досрочном сложении полномочий. Это решение было принято после разговора с главой Бурятии. Алексей Цыденов, который сейчас находится с рабочей поездкой в Кабанском районе, объяснил, чем именно вызвал недовольство теперь уже экс-руководитель Северного района. Там напряженная ситуация по ЖКХ, по лесоснабжающим организациям. Постоянное банкротство, при этом в домах холодно. Есть проблемы, как я уже говорил, которые накапливались годами, которые там сложно предъявить главе, потому что они ему достались наследство. Но есть вопросы, которые требуют оперативного решения, которые было мало уделено внимания. Что будет много-много отставок, сейчас рассуждают везде, в соцсетях и так далее. Что вы можете сказать? Планируется? Нет, больше в ближайшее время не планируется. То есть ни с кем из глав я пока такую работу больше не веду, потому что, во-первых, в этих районах была наиболее тяжелая ситуация. Во-вторых, я думаю, что главы, у которых есть на что обратить внимание, уже получили сигнал о том, что работать надо всегда. Напомним, что именно по такому же сценарию на днях ушел с поста мэр Северобайкальска Константин Горюнов.